14 января прошла открытая сессия Совета Калужского сельского поселения. Ее посетили глава района Адам Джерим и его заместители, депутаты и жители поселения. На встрече выступила глава Калужского сельского поселения Гульфия Иванченко с докладом о деятельности администрации за 2020 год и планах на следующий. В прошлом году проделано много работы. Особое внимание уделено празднованию Года памяти и славы. В поселении провели акцию «Блокадный хлеб», отремонтировали братские могилы и высадили аллею славы. Также на регулярной основе наводили санитарный порядок, косили сорную растительность. На сессии жители поселения могли задать вопросы главе Северского района. Больше всего народ интересовали вопросы о водоснабжении, врачебной помощи и строительстве новой церкви. Также обсудили питание учащихся в школах. Адам Джерим поблагодарил собравшихся за их небезразличие к жизни поселения. Все, что было запланировано в прошлом году, вы выполнили все. А вот поэтому я хотел бы, чтобы и дальше вот так вот совместно решали все проблемные вопросы, совместно вот так вот в мире, в добре жили. Вот. Дай Бог, чтобы было крепкое здоровье, чтобы никто не болел. Мы со своей стороны вот как оказывали, так и будем оказывать помощь. Все просьбы и жалобы занесены в протокол для дальнейшего решения проблем.